И в результате быстрого таяния снега в Бердянске затопило частный сектор. Бердянские спасатели откачивали здесь воду все выходные. Под угрозой затопления оказались 8 жилых домов. Подробности смотрите дальше. Вместе с теплой погодой, которая держится в Бердянске на протяжении последних дней, пришли и паводки. Первым в курортном городе пострадал частный сектор. По словам специалистов, объем талых вод слишком большой, и насосные станции города просто не справляются. В связи с резким таянием снега сложилась такая ситуация, что насосные станции, установленные в микрорайоне Колония, не справляются с тем объемом воды, который сейчас находится в ливнестоках. В результате под угрозой затопления оказались 8 жилых домов. Три последних дня бердянские МЧСники пытаются откачать воду с ливневых стоков. Благодаря тому, что работают беспрерывно, удалось избежать чрезвычайной ситуации, заверяют спасатели. Качаем мы с 9 часов, вода заметно уходит, никаких проблем нет, подтоплений домов нет. В некоторых домовладениях вода есть на придомовых участках, в самих домах воды нет. То есть никакая надзвучайная подия на данный момент нет. Большую часть воды спасателям удалось откачать, однако угрозы паводков, по мнению специалистов, все еще существуют. А потому бердянские МЧСники продолжают отслеживать уровень воды в речках и водоемах, наготове держат насосное оборудование, автомобили, создан резерв питьевой воды и горючего.